Всем доброго времени суток. Это ФРЗ и это Нео, полное издание. Видим, появляемся на берегу какого-то острова, который кишит разбойниками и демонами. Ворота были заперты. Кстати, ничего не надо. Нашел ключ. Попал во вторую часть острова, я увидел, что городок был в огне. Пробираться сквозь пылающий город, чтобы выйти к причалу, потому что проход был закрыт. Там стоял огромный корабль, в который мне нужно было попасть. Я отправился на корабль. Там был главный босс. Я сразу же нашел слабое место демона и долбил туда. Я называю этот стиль торнадо. Торнадо всегда так бывает. Вихрь. Я двигаю вот так бедрами, особенно сверху вниз, и это создает вихрь. Как можно быстрее. Поскольку...
Я не ожидал встретить гостей. Кто ты? Иностранец. Твои успехи в боях с демонами впечатляют, как и твой английский. Мое имя Ханзо Хатори. С кем я имею честь? Можешь называть меня Вильям. Я кое-кого преследую. Враг? Выследить кого-то в чужой стране будет непросто. Окажи мне помощь в борьбе с демонами. Я помогу тебе. Укуренный кот. Светает. Пора идти. Это еще не все. Теперь дополнительная миссия по убийству какого-то чувачка. Появляемся на том же берегу. Так, теперь основное задание. Глубоко в тени. Добро пожаловать, Ханзо. Я рад тебе и твоему другу. Сэр Вильям, если не ошибаюсь. Я наслышан о твоих успехах в уничтожении Икей и монстрах. И потому хочу обратиться к тебе с одной просьбой. Мой сын Нагамаса отправился на поиски банды разбойников. Я бы и сам отправился к нему на помощь. Но, увы, я уже не так силен, как прежде. Не выручишь ли ты моего сына? Да, конечно, ёпт. Ща посмотрим, что вы ответите Валере. Валера, настало твое время. Под горами Накацу, что на севере Кисю, раскинулась запутанная сеть извилистых пещер под тысячелетней эрозией. Верхние уровни этого комплекса служат пристанищем дерзким разбойникам, но они не рискуют спускаться в самые глубины. Часовой код. Да, от Ханзо воистину можно ожидать чего угодно. Я хорошо знаю духа хранителя Нагамасы. Ого, да, в этих землях даже кошки обучены людскому наречию.
Позволь мне овладеть тобой. Мы не гитами, духи-хранители, рождены светом человеческой веры и преданности. Зависть и злоба же порождают демонов Аратама. И от хрупкого баланса между светом и тьмой зависит судьба мира живых. За долгие годы раздора и войн демоны набрали сил, и землю заполонили монстры Йокай. Тебе пора бы поблагодарить меня за то, что я даю тебе возможность разговаривать на языке этой страны. Разобравшись с разбойниками, искупавшись в горячих источниках, я спустился вглубь пещер. Чем дальше я шел, демоны становились все сильнее. Но меня это не останавливало. Но я добрался до места назначения. Yeah!
Я нашел Нагамасу. Я тебе искренне благодарен. Я никогда не сомневался в своих боевых навыках, но это была моя первая в жизни встреча с Йокай. Бесконечные войны опустошили мою родину, и ее заполонили монстры Йокай. Страну раскололо противостояние родов Исида и Токугава, и война между ними уже не за горами. И если нам дорога наша земля и живущие на ней люди, эта война должна стать последней. Пейте, пейте, пейте до самого утра. Будь проклят Исида и его козни, это он виноват постигшим моего отца несчастья. Я объединю силы с мастером Иясу, и тогда он попадется. Нагамаса! Держи себя в руках. У нас гость. У меня нет на это времени. Успокойся. Все уже в порядке. Думаю, господин Кэнбэй, ты и так знал, что здесь замешан Йокай. Золотовласый самурай, вот так не видать. Передай мастеру Ханзо, в землях Тадибаны и Цен происходят страшные вещи. Кто ты? Мне не нравится компания белых самураев. Эй, я никакой не самурай. Еще хуже, простой пьяница. На этом мои приключения не заканчиваются. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. До новых встреч.